Потушить судака с овощами совсем несложно. Главное грамотно отделить филе от костей. Для этого нужно разрезать рыбу вдоль хребта, аккуратно отделить мясо и нарезать филе небольшими кусочками. Уф, самое сложное позади. Дальше все пойдет как по маслу. По оливковому маслу. В нем мы обжарили шампиньоны и морковку. Следом в сковородку отправили болгарский перец, лук и помидоры. Потом в ароматное овощное рагу добавили немного воды, томатную пасту, пару-тройку листочков лаврушки и несколько горошин черного перца. Острый хрен. Теперь главный герой блюда – судак, нарезанный небольшими кусочками. Тушим его с овощами. И, наконец, последний штрих – чеснок. Вкусное и при этом здоровое низкокалорийное блюдо. Ой, девчонки, я вам его еще как рекомендую.